В Татарстане подтвержден 9-й случай смерти от коронавируса. 70-летний мужчина скончался в Зеленодольской ЦРБ. За сутки в Татарстане выявлен 71 новый случай коронавируса, один завозной, остальные контактные. 24 человека госпитализированы, остальные лечатся дома. Общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 2546 человек. Экологи обнаружили огромную свалку в поселке Джалиль Сармановского района. Захламленную территорию в 3 гектара удалось зафиксировать при съемках на квадрокоптер. В адрес исполкома направлено требование о ликвидации несанкционированной свалки. Сегодня в Казани для посетителей открылся зоопарк. Гостей готовы принять обе его части. Зообсад будет работать в обычном, но сокращенном режиме до 17 часов вечера. Посетители просят соблюдать дистанцию и приходить в масках и перчатках. Оуэр хэм мүмкін қалар илья бұл ұсыралған уақытта ТНВ телеканалы тамашашыларға яратқан фильмін қабат қарау мүмкінлігін бере. Хазір «Синен күзлер» фильмі ТНВ ру сайтында бар. Бұл күнлерде илья болайық. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.